Каждый из нас является носителем от 3 семей до 10 мутаций. У темных родителей, темноволосых родителей будет белокурый ребенок. Это не значит, что ребенок не от того папы. И для этого и работает врач-генетик с семьей, но кто-то принимает решение, говорит, а я хочу все знать. И он имеет право воспользоваться этой возможностью. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но не хватает на это времени? Ровно за 10 минут мы расскажем тебе о жизни людей разных профессий из первых уст. И, кстати, время уже пошло. Вы смотрите «10 минут, чтобы узнать». Здравствуйте, меня зовут Елена Юрьевна Беляшова, я врач-генетик. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Все-таки считается, что каждый из нас является носителем от 3 семей до 10 мутаций. Это на настоящий момент. Ну, по крайней мере, из того, что открыто. Поэтому сказать, что абсолютно здоровый, нет, наверное, это невозможно. Все равно есть какие-то еще такие мутации, которые у этого человека не открыты. То есть не все же мы проходим ДНК-исследование, да, полностью секвенирование генома. И поэтому мы не знаем, насколько каждый из нас может быть генетически здоров. Ведь в процессе эволюции все равно вот эти мутации накапливаются, они передаются из поколения в поколение. Поэтому сказать, что есть ли хоть один такой без мутации, невозможно. А потом определенный ряд мутаций, он позволяет адаптироваться в тех или иных условиях жизни. То есть это положительные мутации, вернее, мутации с положительным эффектом, которые позволяют нам приспосабливаться в тех условиях, в которых мы живем, выживать. Вообще, половину генов берется от мамы, половину от папы, да? Если мы берем такие признаки, как цвет волос, цвет кожи, какие-то функции каких-то органов и так далее, тут уже в зависимости от того, доминантные или рецессивные гены за это отвечают. И какой цвет волос, например, темный или светлый перетянет, да? Если у родителей темные волосы, значит, у них есть доминирующие гены, и, соответственно, когда они отдают это ребенку, ребенку будет темный волос. В каких ситуациях может быть светлый волос? Если помимо темного гена, ну, в кавычках так возьмем, мама носитель светлого волоса, и у папы там рецессивный признак светлого, да, и тогда в 25% случаев ребенку может прийти и тот, и другой ген от мамы и от папы за светлый волос. И тогда в этой ситуации у темных родителей, темноволосых родителей будет белокурый ребенок. Это не значит, что ребенок не от того папы, это говорит лишь о том, что у них есть носительство такого рецессивного гена, отвечающего за цвет волос. То же самое с голубыми и карими глазами. Если же мы говорим про заболевания, то есть конкретные заболевания, которые передаются только с X-хромосомой, когда мама является носительницей, и она даже не подозревает, у нее же две X-хромосомы, да, одна здоровая, например, в другой мутации. Так передается такое заболевание, как гемофилия, миопатия Дюшена. Вот. И есть также заболевания, которые связаны с Y-хромосомой. То есть болен папа, у мужчин же XY-хромосома, X здоровая, но на Y больная хромосома, и перекрыть ее нечем, Y-хромосома одна. Папа болен, и он передает эти заболевания детям мужского пола, да, соответственно, потому что с Y-хромосомой, соответственно, это только мужской пол будет. Ну, в то же одно время очень много про это говорили, иммунологическая совместимость или несовместимость, но я бы, наверное, с другой точки зрения подошла к этому, потому что это все не очень точные такие формулировки. Каждый из нас является носителем до 10 наследственных заболеваний аутосомно-рецессивного характера. Что это значит? Это значит, мы являемся носителями мутации, но клинически у нас это никак не проявляется, потому что есть второй ген, он здоровый, он перекрывает больной, и заболевание не развивается ни при каких условиях окружающей среды, ни при каких других стечениях обстоятельств. Но опасность такого носительства в том, что когда в семье встречаются два носителя, у них есть 25% риска рождения больного ребенка. И вот в этой ситуации любой супружеской паре, планирующей беременность, независимо, был ли там отягощенный генеалогический анамнез по какому-то заболеванию или нет, мы предлагаем всегда обследование на носительство частых наследственных заболеваний. И на настоящий момент вот такое обследование супругов мы предлагаем на 5 заболеваний, которые, первое, часто встречаются в популяции, при которых разработана сравнительно дешевая ДНК-диагностика. И это те заболевания, при которых лечение не всегда на 100% позволяет быть здоровым.
пациенту. Это фенилкетонурия, муковисцидоз, наследственная синдромальная тугоухость, спинальная амиотрофия, адреногенитальный синдром. Но сами названия сейчас ни о чем вам не скажут, да и достаточно сложные. Но кто захочет, он прочитает, поинтересуется, что это за заболевание. И в этой ситуации мы сначала обследуем женщину на носительство. Если у нее не выявлено носительство ни одного из этих заболеваний, тогда мы мужа уже не обследуем, потому что риск уже практически не будет, даже если он носитель. Но если у женщины выявилось носительство одного из этих заболеваний, тогда мы, конечно, обследуем мужа. Если выявляется такое же носительство, тогда мы говорим, что в этой семье есть 25% риска рождения больного ребенка и применяем следующие меры профилактики. Или это пренатальная диагностика. При каждой беременности в 10-11 недель берется материал плода и проводится такая же ДНК-диагностика, чтобы посмотреть, ребенок попал в эти 25% заболевания или он попал в 75% того, что он здоров. И если же у мужа этого носительства не выявлено, то тогда мы говорим о том, что в вашей семье по поводу 5 этих наследственных заболеваний угрозы никакой нет, и можно не переживать. Но есть ряд других редких наследственных заболеваний. И, конечно, вот на каждом назначать такое обследование при планировании беременности в каждой семье, наверное, это не совсем практично, не совсем правильно. И для этого и работает врач-генетик с семьей, особенно при планировании беременности, когда он выявляет отягощенный анамнез, то есть есть ли в этой семье кто-то с каким-то наследственным заболеванием. И, соответственно, тогда уже эта супружеская пара обследуется вот на это конкретное наследственное заболевание. Близкородственные браки чем плохи? Тем, что здесь повышается риск получения мутации аутосомно-рецессивного заболевания. То есть у них один прародитель. И если у него есть мутация какого-то наследственного заболевания, аутосомно-рецессивного типа наследования, то как раз от него по этим двум веткам к его детям, потом к двоюродным, троюродным, и идет одна и та же мутация. Соответственно, когда родственники встречаются в браке, то у них очень высокий риск иметь одну и ту же мутацию одного и того же заболевания. Ну и, соответственно, это риск 25% рождения больного ребенка. Ну, относительно того, что если отец был преступником, по на основании генов сказать, что ребенок будет преступником, это сложно. Но есть определенные гены, мутации в которых могут привести к определенным психическим состояниям. И этим тоже занимается медицинская генетика. И тоже есть методы обследования, методом ДНК-диагностики на определение таких мутаций, соответственно, составление такого психотипа этого человека. Однояйцовых. Вот у таких близнецов ДНК одинаковая, а потому что они идут из одной яйцеклетки оплодотворенной, потом идет просто ее разделение, поэтому ДНК аппарат у них одинаковый и мутации, соответственно, у них одинаковые. Смотря какой ДНК-тест. Если, например, ДНК-исследование на конкретное заболевание, это недорого, от 3,5 до 5, до 10, до 8 тысяч. Если мы говорим вот о планировании беременности, сейчас, в настоящий момент, это стоит 9300, по-моему, 9300. Вот. Если же мы говорим об обследовании ребенка, который пришел с эпилепсией, тогда мы можем применить и предложить панели, где собраны несколько генов, то есть нескольких наследственных заболеваний. Есть такие панели, в которых 800 генов собрано, больше-меньше. И цена от этого варьирует 25, 35, 40. Более того, есть такое секвенирование клинического экзома. Это стоит около 50 тысяч. И есть такой момент, такое предложение, как секвенирование полногеномное, то есть всего генома человека. Около 100 тысяч это стоит. Но кто-то принимает решение, говорит, а я хочу все знать, и он имеет право воспользоваться этой возможностью. В профессии мне нравится, наверное, широта всеобъемлющего вот этого процесса познания человека. То есть здесь кто-то мне однажды сказал в начале моей деятельности, что генетика – это самая узкая профессия такая. Я говорю, да вы что, это профессия, которая очень много охватывает. Генетик, он должен знать все направления, все специализации. Это кардиология, это эндокринология, это неврология. Очень много сейчас неврологических пациентов, которые к нам направляют, среди которых выявляется большое количество наследственной патологии. Это сурдология, то есть тугоухости, много наследственных форм. Аллергология, нарушение иммунитета у детей и так далее. То есть каждый день ты приходишь, и ты не знаешь, с чем ты столкнешься. Но благодаря тому, сколько сейчас накоплено опыта через ДНК-методы исследований, благодаря молекулярной генетике,
Столько информации сейчас по новым формам наследственных заболеваний, по новым формам возможных лечений, по новым направлениям изучения всех этих процессов. В общем-то, это очень интересно. И особенно приятно, когда ты выявляешь то заболевание, при котором есть лечение. И ты понимаешь, что ты можешь в этом помочь. Или ты можешь помочь родителям при планировании следующей беременности зачать здорового ребенка. То есть через профилактические программы.